думать не надо. Включай камеру, снимай, там видно будет. Вот, пожалуйста, кусок реализма. Да, очень рано. И какая информация? Вот, между прочим, тумбочка. 95-й год. В крайнем случае, начало, самое начало 96-го. Полка. Да, вот. До 95-го года. Я не знаю, мне кажется, на год 92-й, 3-й, может быть. Вот так. Стол. Письменный. Это раньше 86-го года. Я думаю, что начало 80-х, это я уточню. Ну, что тут сказать. Кстати, между прочим, обои, которые вот здесь, вообще дом 2001 года, по крайней мере, вот эта часть. Вот та часть, вот, блин, ну, короче, вот дом вот туда идет. Она, наверное, конца 2000-го, да. Ой, Вась. А эта часть, она 2001-го. Позже достроилась. Так что обои 2001-го года, то есть им 22 года. Картина. Когда нарисована, не знаю, но она с 95-го года у нас. Когда нарисована, не знаю. Вообще масло, слушайте, долговечная штука. Я вот все думаю про те. И хорошая картина, мне она очень нравится. Кстати сказать, ни разу ее не сравнивал с тем, что висит в Третьяковке в Пушкинском музее, но что, мне кажется, можно сравнить. Там, опять же, там же хиты просто, хиты. А это, может быть, не такой хит, а нарисовано тоже прекрасно. И масло долговечно, да. Я все беспокоился, что все эти Тицианы, Леонардо да Винчи через еще лет через 500 начнут портиться. Может быть, через 500 и начнут. Ой, но на нас с вами хватит. Доброе утро, ребятки.